Radiant team ban. Navi's turn to ban. Radiant team ban. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Queen of Pain. Navi's turn to pick. И снова здравствуйте, друзья. Смотрим мы Dream League, точнее, продолжаем смотреть Dream League третий сезон. У нас на сегодня был запланирован матч Na'Vi против Virtus.pro, но он, к сожалению, оказался отмененным. По каким причинам, я не знаю. Но в любом случае Na'Vi сегодня сыграет, правда, не против VP, но против Непов. Возможно, игра даже получится интереснее, потому что Na'Vi, возможно, еще не привыкли друг к другу, и для них такой сильный соперник, не знаю, может быть, для кого-то это смешно прозвучит, такой сильный соперник, как Virtus.pro, а Virtus.pro сейчас сильны, поверьте мне, могут их раскатать просто-напросто, как они, например, вчера сделали с Непами. Вот, посмотрим, что будет в этой игре. Где-то у нас должен быть на связи Virtus.pro, вот и он. Привет, Арен, как дела? Да, привет, привет, зрители. Да, замечательно, как дела. У нас еще и каточки такие сегодня хорошие, особенно первая. Так что будем смотреть и наслаждаться. Na'Vi забрали Shadow Demon Bounty Hunter. Очень своеобразный пик для первой стадии, ну, скажем так, для первой стадии драфта, да, то есть они на дабл пик взяли БХ с Shadow Demon. При этом забанили Чена. Очень такое интересное решение от артстайла. Обычно БХ как раз-таки берут для того, чтобы этого Чена контрить, а тут артстайл его подрезал. Ну, Непы вчера отличились, мягко говоря, не самой лучшей игрой против Virtus.pro. Я вот тут как раз-таки об этом уже рассказывал. Первая игра закончилась где-то на 15-й минуте, когда еще Т1 на топе стоял, кажется. Там Иллидан на вивере размотал, вообще не ощутил просто никого. Один, как будто один против пятерых играл и выиграл. Вот. Но на второй карте там, конечно, была возня, чуть-чуть пришлось поиграть. Но в общем и целом тоже Virtus.pro там безоговорочными победителями вышли. Непы даже, ну, как-то, ну, пытались, конечно, оспорить их победу, но получалось у них это... мягко говоря, слабовато. Ну и сейчас они пикают Queen of Pain, да? Queen of Pain, да. Вот, очень часто появляется. Я вот буквально обратил внимание перед трансляцией, запустил, ну, доту, обратил внимание на список друзей, и там, наверное, из 20 человек в онлайне человек 7 точно на квапе играет. Вот, все остальные на разных героях просто. То есть герои очень популярны в наше время. Ну и Рубик тоже забрали. Интересно, будут ли с ним что-то комбить. Немножко если поговорить о играх команд, вот Непы, последнее все, что я комментировал с ними, по-моему, они все проигрывали, ну, за исключением там каких-то, может быть, матчей, где играли против совсем слабеньких команд. Что-то вот Непы, когда только-только, ну, буквально месяца 2-3 назад, они вроде играли-то вполне хорошо, но нет роста с их стороны. Я даже хочу сейчас посмотреть на... их статистику за последних матчей, с кем они там играли и как они. Вот против Virtus.pro 0-2, против LC греков 1-2 они проиграли грекам, против Virtus.pro опять же 0-2, против Альянс 1-1, против Burden United 2-1 проиграли. Вот, то есть против Ichi Gaming 0-2 проиграли, против VP опять же 0-2, против Альянс 1-2 выиграли. То есть Альянс они обыгрывают стабильно, либо ничья. Против Веги 2-1 выиграли. То есть, ну, у них такая стата, в общем, не очень хорошая. То есть у них вот вроде
начало было таким нормальным, точнее не начало, а вот месяца два назад они играли вполне хорошо, а потом что-то вот у них не задается в последнее время. И, по-моему, первую карту свою, которую выиграли Na'Vi вот в этом составе, это вроде они играли против Непов, как раз таки обыграли их, если мне, конечно, не изменяет память. Вот, и сейчас мы увидим зомбаря, которого китайцы нещадно банят прямо на первой стадии. Если, не дай бог, его на первой стадии не банят, то это вообще что-то из ряда вон выходящее. Насколько этот зомбарь жесткий, насколько опасный, мы сейчас, конечно, посмотрим. Его там чуть-чуть подфиксили, типа, но опять же, эти косметические фиксы, не могу сказать, что его прям жестко порезали. Баунти Хантер от Na'Vi, последний раз, которого я видел, он был от Глеба. Был очень хороший такой качественный Баунти Хантер от Фаника. Ну, Shadow Demon'а почему взяли? Shadow Demon First Pick — это вообще что-то непонятное. С какой целью и что за стратегия с этим героем, я не знаю. Но, наверное, ребятам из Na'Vi... Ну, не то чтобы им виднее, само собой, что им виднее. Наверное, они там что-то под него имеют. То, чего пока что не показали. Ну, просто Shadow Demon, он как герой заезжает либо тогда, когда ты, ну, знаешь, что ты с ним будешь делать, когда у тебя есть Лина, например, или какой-нибудь инвокер экзортовый, чтобы санстрайки кидать, или, может быть, Кунка, да? Да, либо комбо. Ты его берешь тогда, когда ты хочешь сейвить, но... вариант First Pick'а Shadow Demon подходит именно первый случай, когда ты знаешь, что ты будешь с ним что-то комбить. Глупо брать Shadow Demon'а, когда, ну, скажем, ты не комбить с ним ничего не будешь. Да, и соперник сейвером... не взял там, да, ни Скаймага, ни там Воида никакого. Вот, сейвер он тоже не самый как бы лучший, поэтому сразу брать его, ну опять же там в разные ситуации бывают, иногда да. Лучше взять Дазла с Грейвом, иногда лучше взять там, я не знаю, еще кого-то персонажа, который будет сейвить, но Shadow Demon'а сходу вот так вот брать, это, наверное, какая-то стратегия должна быть во всяком случае. Видим у Непов Queen of Pain, Рубика, Бристлбека, здесь, так сказать, более все стандартно в плане пиков, два очень сильных персонажа, как Queen of Pain, так и Рубик, Бристла на второй стадии забирают и в добор берут Шейкера, то есть тут как бы особо вопросов не возникает по драфту. У Na'Vi единственный вопрос возникает по первой стадии пика, ну это очень жесткие такие вопросы, и Баунти Хантер, и Shadow Demon, как по мне, оба не стоят. Может быть, Na'Vi решили, там, не знаю, стратегии пошлите. Нет, ну как бы это так и есть. Да, это так и есть. Это сейчас как бы само собой, ну... Я могу сказать то, что Na'Vi сейчас могут просто тупо экспериментировать. И не только Na'Vi, многие команды, которые будут участвовать на квалификациях, они, естественно, сейчас ничего такого сверхжесткого показывать не будут, а будут просто экспериментировать, может быть, и что-то реально зайдет неплохо, потом и на самой квали можно будет еще одну стратегию какую-то к себе приписать. Вот. Забанили Пака. Ну, то, что Непы забанили Лешрака и Лину, понятно. Из-за того, что там комба ССД может быть, что мы говорили. И Бластбан. Надо думать. Сларк, я думаю, это будет Бластбан. Хотя, может быть и что-нибудь такое. Какой-нибудь керри, который комбится с Shadow Demon. Все-таки тут нету еще персонажа, который хорошо сочетался бы с СД. Вот, но на самом деле, ну, Лансера все-таки убрали, интересно. Но тут Сларк хорошо заходит, то есть он и от Шейкера отгрызает нормально, и от Бристлбека отгрызает. Вот, то есть, в принципе, Сларка очень любят многие команды. Может быть, артстайл его пикнет, но пока сложно сказать. Вообще, у Na'Vi интересная агрессия. То есть, если Storm Spirit стоит в миде, Undying будет стоять, ну, один на харде, а Bounty Hunter будет роумищий, то БХ может, он как бы доставит большое количество неудобств. Скажем, придет на линию к Undying, там какого-нибудь загулявшего шейкера, который там зашел далековато, возьмут и шлепнут. Может подрезать Куру, может подрезать Квапу. Но Квапу подрезать непросто. Вот если бы он... Если бы этот Bounty Hunter был бы в пике у Непов, да, то, в общем-то, скажем, Storm Spirit'у можно было бы доставить неудобства. А Квапа, если она только блинк потратит, тогда ее можно замедлить Дженадо и Орбофеномом и убить. В противном случае ее вряд ли удастся забрать. Арстайл ласт пиком забирает Джиггернаута, герой, который, ну, в новом патче, ну, стал чуть хуже, но, тем не менее, можно его брать, собирать по старой, скажем так, мете с момом, фейзами и... там манты с Инджиндьяши и прочими прикольными артефактами. Ну, посмотрим, получится ли. Может быть, не самый лучший выбор, это Джиггернаут здесь.
Так, и Хэнскин. Хэнскин думает насчет Last Pick. Ему нужен хардлейнер какой-то. Если это не хардлейновый шейкер, конечно. Джиггернаут. Так, а вот что бы с Джиггернаутом? Вот если они на хардлейн шейкера поставят, то идеально взять Леона. Потому что Леон против Джиггернаута, у которого есть мом, он очень хорош. То есть он первый прыгает, инициирует, может дать палец в этот мом, будет очень больно. Вот, если все-таки это хардлейновый шейкер. Если шейкер стоит на сейфлейне, то тогда для харды... Ну, я тогда не знаю, что он... Что Хэнскин для харды здесь предпочтет, потому что надо, чтобы это стояло. Вот Shadow Fiend, да, все-таки хардлейновый квапа или хардлейновый квапа, сейфлейн Бристл получится, может быть, Бристл Бэк на харду пойдет. Но мне кажется, что Бристла взяли специально, чтобы Андаинга сконтрить на линии. Почему-то вот мне так кажется. Бристла взяли, чтобы Андаинга сконтрить, так он не контрит Андаинга. Он же своими сетями не убьет, уже нет, все. Не убивает. Я какой-то... Прошли те времена. Пропустил. Я обычно слежу за патчами, но окей. Окей, тогда посмотрим, что они с этим... Я помню просто, как ты там тоже в памяти чувачок хотел законтрить Бристлбеком. И не получилось, да? Ну, хорошо. Как и Акс тоже сейчас своими крутилкой по этим, по фамильярам тоже ничего не делает. Ну, это насчет фамильяров это правильное изменение, потому что ну невозможно просто играть. Берешь этого Висаджа и там Аксы или вот эти вот Аксы, которые постоянно были вот какое-то время в пиках при Гале Висаджа. Вот неприятно было там срандомил Визажа. Ну, окей, посопорчиво, а там пацан Акса пикает. Да, не круто. Приятного мало. Ну что, представим, кто на ком играет. Значит, Йонас Офен будет играть у нас на Бристлбеке. Силкит, Рубик, Эра на СФчике. Лимп, Queen of Pain и Ханскин на шейкере. У Нави артстайл на Андаинге, хвост на Джиггернауте, Дэнди на Шторм Спирите, естественно, Санейка на Шедоу Демоне и Глебуня... будет играть на Баунти Хантере. Тоже поставил себе этот ник, блин, Фаник, теперь уже все, теперь Глеб. Теперь я не Фаник, теперь я Глеб. Глебашер. Ну, ребрендинг, все дела, как Not Tail, Big Daddy. Да, self-made шмоточкой там. Зайтик на Баунти Хантера. Оп-оп-оп. Бегает. Ну, посмотрим, насколько будет эффективный Баунти Хантер. Закуп у него довольно интересный. Купил себе две пачки танго и щиточек, остальные деньги оставил. Будет ли это какой-то быстрый орпов вином или что-то другое? Увидим. Эра хочет взять руну. Сентря есть. По идее, если поставят сентришник, дадут Shadow Strike, еще телекинез, то в принципе там еще СФ может сразу. Не, он уже пассивку изучил. Такой вот СФ. Даже ой, не думая, не глядя. Затерпел. Не, ну у него маска агильная, то есть ему как бы ну, надо через некромастеры качаться, скорее всего. У нас мидеры забирают руны, я так предполагаю, раз уж нас эру так пропулили. Квапа все-таки пойдет на сейфлейн против Баунти Хантера. Хороший лейнинг, кстати говоря, у непов. И на топ они идут не я самой такой понимаю, слабой но... линией. Что когда там? Ты последний раз видел курьера-ослика? Курьер-ослик? Ну, да. Вполне себе хороший курьер. Подарите кто-нибудь. Че, артстайловский или... Че, посмотрим. Да даже не показывает, понимаешь? У всех курьеров показывает чей. А вот у ослика нет такой функции. Ай-яй-яй, Вольво. А это ведь самый первый курьер. Он должен быть самый почетный такой. Самый авторитетный. Эх, Вольво. Дэнди приходится читаться здесь с даблмидом. Рубик первое время находится рядом с Эрой и старается как-то его, ну, как-то помогать Эре, там, ласт-хитить. Плюс тут курочка очень так грамотно, ну, непы за контроль, или там Shadow Demon стоял и хотел, видимо, подрезать этого курьера. Так, в итоге у нас на боте что? Хвост вместе с артстайлом, да, они против квапы стали. А куда у нас Баунти Хантер ушел? Баунти Хантер ушел на топ. Ну, в принципе, правильное решение, скорее всего. Единственное, что Баунти Хантеру не очень удобно роумить вот в такой вот позиции, потому что, ну, на сейфлейне его очень часто как бы заметно, на хардлейне там, когда люди пулят, ты можешь там скрыться куда-то. Я могу так сказать, Баунти Хантеру в большинстве своем, когда он стоит на харде, роумить приходится не от хорошей жизни, а потому что ему там просто тупо делать нечего на линии. А здесь он может поднять себе быстрый 6-й левел, пока его никто не напрягает. И я могу с уверенностью сказать, что Глеб более чем доволен такой линией. Подымет быстро себе левел, начнет делать грязь. И его роуминг, он может быть как бы выгоден ему, так и не выгоден. Просто он в любом случае вынужденный. А так он уже 100% поднимается. В себе определенный там, ну, 6-7 уровень, он уже будет эффективен на карте и полезен.
Да, я абсолютно с тобой согласен. Я тоже заметил эту тенденцию, что если тебе дают фармить, лучше все-таки фармить, чем куда-то роумить и ганнить. Да, ну, да. Зависит, конечно, от героя, но если ты играешь на кор-роли, лучше какое-то время именно пофармить, потому что, уходя на ганг, ты можешь очень сильно проиграть и по левелу, и по фарму впоследствии, и потом уже, ну, мало будешь представлять угрозы. Ты посмотри, как Эру облизывают в миде. Стоят два саппорта уже на протяжении 2.5 минут, стараются напрягать Дэнди, и Дэнди не сильно по крипам-то проиграл, то есть он всего лишь на 2 крипчика больше заластхитил, и все. Конечно, да. Приходит Shadow Demon, его там подсейв, ну, как-то подсейвить, яд прокачал. Кстати, вот Shadow Demon надо бы постакать. Он стакает, раз у него яд вкачан, он может 2 спота сразу же делать, ну, стакать, поэтому Shadow Demon, он как раз тут такую функцию очень полезную выполняет. И Дэнди, если что, подсейвит, и если что, парочку стаков намутит, которые Дэнди опять-таки может зафармить. Да, с огромным удовольствием. Это 100% надо обузить. Так, сейчас. Не, Санейк чё-то нубас. Чё-то Санейк нубас. Ну ладно, может быть и не работает, хрен знает, может опять какие-то не, были изменения. Работает. Я позавчера только, по-моему, играл, чтобы... Так, тут у нас зажали Ханскина, но он съедает Тангус, пытается убежать, не факт, что у него получится, потому что здесь Димон очень неплохо подзамедлил, Шадоу Рейзе первым не попал, вторым попадает, ну и третий уже юзать не хочет, а тут еще Силкида может попытаться забрать, но... Нет, тут еще и СФ уже подошел, сейчас Рейзе откатят. Да. Рейзы откатят, можно встрять. Цепанули Дендимона на самый длинный рейс. Еще, а нет маны больше. Нет маны больше, отпивается. Тычка, последняя тычка все-таки попадает. А вот этот СФ был низ. Если бы СФ не санул, то он бы получил этот фраг. Вот, ну, такие расклады у нас, да. 1-1. Некромастер у него сейчас на максимальном уровне, скажем так, душ имеет. Поэтому ему от этого фрага. Ну, золотишко, конечно, приятно. Золотишко итогу... всегда приятно. Да, по итогу Нави хорошо разменялись. В принципе, First Blood забрал у нас Санейка, приобрел себе Bottle сразу же, представляешь? Ну, кстати, вот этот яд, не знаю, будет, скорее всего, максик, потому что ему, ну, Disruption Soul Kick. Нет, это Bottle Дендимона. А, это Bottle Дендимона. Я так посмотрел, у него тапок, еще и Bottle, думаю, что... Так, на топе встрял Глеб, он понимал, что умирает, делал тычку. Хотя бы какую-то перед смертью Ханскину отвалился. И вот немножко не к месту смотрится зомбарь. Он, конечно, не на кор-роли, да, это не просто хардлайн-зомби, который фармит, а саппорт-зомби. Но в любом случае, вот он пришел, Queen of Pain убить никак нельзя, и все его гнобление в виде спама дикеями просто-напросто уходит в никуда. Он типа кидает, и Queen of Pain, ей даже иногда это лучше, потому что у тебя малый запас здоровья, ты там гус съедаешь, у тебя фул хп моментально. А потом эта стрэнджа возвращается, и тебе как бы по кайфу. Так, ну, забрать Бристлбека даже под дикеями будет очень сложно, потому что он сам может убить. Ему, правда, маны, наверное, на это дело не хватит, ставится Томба, и сразу ТП-аут. А ТП сбить просто-напросто нечем, а нет, есть шурикенчик, а на что он тогда надеялся? На что он тогда надеялся? Не знаю, на какую-то халяву, может быть, на то, что Баунти Хантер не прокачал этот шурикенчик, это, по-моему, глупо. От него, кстати, да, я тоже подумал, мало ли, может, там... Так... Уверенно сказал, левела, что как можно на Баунти Хантере Сюрикен вообще не качать. Это неправильно, учитывая то, что Глеб очень опытный Баунти Хантер. Ого, он просек, посмотри как. Больно подрезал. На самом деле. Ну да, у него фулл запас здоровья был только что 490, как у почти какой Энчантрес на первом левеле. Да, один из самых точных героев. Рубик тем временем провардил подход в лес Нави, ну и Эра так вот нагло стоит прям за крипами, зонит Дэнди, ну он может себе это, конечно, позволить. По левелу что мы имеем? То, что Шадуфин 5.5, Дэнди тоже примерно такого же уровня. Так, тут фиссура немножко кривая на топе, так бы арт-стайла можно было бы убить, но повезло ему, здесь простили. Телепорт забрал арт-стайл. Ну, там якобы у хвоста небольшие проблемы должны возникать с Queen of Pain, потому что он так на топе, что за руна. Инвиз забрал Shadow Demon, но... Но там есть досты, да. И Санейка, походу, приплыл. Да, здесь он тянет по максимуму время, чтобы, так сказать... Скупается. Да. А хвосту поначалу артстайл дал возможность стоять и спокойно ласхитить, а теперь он уже с фейзами, щиточек у него есть, левел у него хороший, поэтому спокойно ласхитит и даже умудряется обдинаивать бедную Queen of Pain, а эти Shadow Strike, они хилятся очень легко при помощи этого варда время от времени, и все. Силкит должен отъехать, у Дендимон уже есть ультимейт, Disruption, Soul Catcher'а жаль нет, так бы можно было SF'ом, хотя нет, но на SF'е уже висит Soul Catcher, фиссура спасательная, но походу он не спасет, еще буквально один хит, получается идет еще один фраг, ставится Тамба, Санейка под тауром побегал, чуть не отъехал, но все же живет.
А здесь на фиссуру Ханскин хочет прям-таки забрать эту томбу, но мощи-то ему не хватает. Да, он ее просто не сможет убить. То, что Джиггернаут переластхитил Queen of Pain, это, в принципе, нормальная ситуация. У Джиггернаута рука там за 100, да, там на топе, кстати говоря, Глеб погибает. Он Женату стики дает, тос и Женату. Вот если бы успел дать Женату, то, возможно, убил бы Бристлбека, но так он там юзает ботл, в итоге выживает. Так, ну там артстайл идет. ТП аут надо. А ТП в кулдауне. ТП в кулдауне, отстайл, боже ж ты мой! Ой, три кайла пока, просто пока поймал. Бежал, просто потерял все лицо. Дикей, не, ну тут, не, подожди, Shadow Raze в КД. Он решил себя засейвить, нежели разменивать, поэтому тут не будет никаких киллов. Ну, Дикей, ну лучше бы он на самом деле разменялся, потому что Бристлбек на кор-роли играет, а артстайл да, не саппортит, но да, это был риск, конечно. Артстайл не захотел рисковать, подумал, что не попадет там как-нибудь. Будут пытаться убить сейчас квапу, квапа от Блинкинса, и Шаду Демона ее поймает, да? Оп, дизрапшн, хорошо, кетчер, первый яд, омнислэш есть, омнислэша нету, но есть Блейдфури, убивает с помощью Блейдфури, фишура не отгородила хвоста, и он в итоге выживает. Погиб, правда, таксофон хвостовский, этот вард. Но, не знаю, почему я его так по-прежнему называю, это, наверное, надо переставать его так называть. Таксофон? Да. Ты так похож? Ну, не знаю, там первый вард, по-моему, то ли Дред его так называл, вот, который обыкновенный, дефолтный, он говорил, что это таксофон. Вот, мне почему-то это запомнилось. Силкида все-таки должна убить. Это, кстати, непростой фраг на саппорте, это фраг под треком. Поэтому это плохо, конечно. На миде у нас еще погибает парочка людей. Приходит Лив, делает Sonic Wave, убивает Шторма. Но Artstyle здесь должен выживать. У него пятерка стиков, плюс манга, можно втереть его и парочку дикеев дать. Так, и снизу там какой-то экшен у нас происходит. Очередной трек. Ханскин отваливается. И Нави начинает зарабатывать очень много денег с этих треков. Постоянно какой-то экшен происходит. То в миде, то снизу, то опять в миде и так далее. Тут у нас 3000 золота преимущества. По XP пока разница небольшая, потому что размены все-таки присутствуют. Но если Нави продолжит в том же духе под треками убивать, то будет очень неприятно. И, кстати, посмотрим, что же Глеб себе купит. Потому что у него вроде такой успешный Баунти Хантер уже. Начальная стадия вполне неплохая. Перспективы хорошие. Вот если он себе не будет брать догоны, а будет брать полезные нормальные айтемы. Да, полезные в лейте айтемы. Догон поначалу тоже жесткий, спору нет, но когда дело доходит до захода на хайграунд, то там ты догоном тавер-то не заковыряешь. Ну, прикол в том, что ты берешь себе стрик, и впоследствии, ну, ты апаешь этот догон, делаешь много-много фрагов, потом бах, умер, да, потом пошел еще один какой-то фраг сделать, разменялся там саппорту на себя, ты жирнее. И таким образом такие вот выходы с догонами, они очень часто идут, ну, не сколько в минус, сколько не так много профита твоей команде от этих догонов. Там, да, конечно, время, да, какие-то фраги для тебя, но команда соперника потом отжирается на том, что ты идешь догонить саппорта и погибаешь потом соло. Походу на Санейка сейчас будет выход. Он захилил себя урмой. Не щадя, втроем. Боже, как же они нагло, да, вот вообще себя ведут просто по-хамски. Заходят туда, в лес, во вражеский. Будут жалкого саппорта гангуются с мака. Нипы. Они, кстати говоря, вот пока что, как мы видим, то, что проигрывают, да, нипы, наверное, по золоту. Если они эту игру проиграют, то они вчера против Virtus.pro проиграли две абсолютно таких же карты. Просто они, ну, то есть, поначалу что-то делают, вроде бы кое-как стоят, более-менее начинает заканчиваться лейн-стадия, и там телепорт в мид, человек умирает. Кто-то там дабла какая-то на боте, саппорт с кэрри, они там тоже умирают от троих. Там хардлейнер какой-то где-то там загулял, тоже забросил. Они вот так вот просто конвейером начинают гибнуть, и у них потом не получается выиграть. Пока что сейчас вроде бы ситуация стабильная. Лимп с Соником, Шторм Спирит у нас подошел сюда, уже убили Рубика, Эра на хосте, Эру тяжело здесь догнать, но хвост с Омнислэшем на самом деле может все-таки тут нормально. Да, кстати, если достанется, то можно юзать, Омнислэш юзается на Бристлбека, его тоже пароволок ядреням собачьим, Пурж есть на Эру, а почему бы его не убить, но потому что он там может раскастовать ультимейт, и Нави решили не давить уже дальше, тем более у Шторма не так много маны. Ну и так норм, поубивали, вообще просто сделали кучу безответных фрагов, по-моему, 3 штуки, да, вот... Бристлбек, Рубик и Шейкер отвалились, заработали там 1760 голды, я думаю, Нави довольны. При том, что буквально чуть-чуть еще сейчас постоять, там вот Аркан Бутсы, с бутыля отпиться, и можно опять делать эти же киллы на тех же героях.
Бристлбэк, там стики, кстати, не прожал, возможно, бы оказался жив. Ну, там куча случайностей, то есть он, во-первых, не прожал стики, это, конечно, не случайность, но после он не слэша кританул его по лицу, возможно, стики бы его спасли в такой ситуации. Да, такое. Ставится очень наглая томба, уже начинают Нави отыгрывать крайне нагло, и вот эти два милишника каким-то образом убивают Queen of Pain, что уже говорит о том, что... Нипы посыпались. Нипы очень серьезно посыпались. Нет, квапы можно Рошана забрать на самом деле. Нипы, мне кажется, предполагают то, что команда соперника может забрать Рошана и просто отправляется топ сплит-пушить. У Эры, кстати говоря, очень хорошая руна в ботле. Ему нужно набрать 36 душ и попытаться с инвиза как-то раскастовать ульту в модельку. Тогда он может любить вообще любого и хвоста, и ну, абсолютно любого игрока команды Нави. Если у него будет 11 левела ульта, да, то есть, ну, на двоечку вкачано, то ну да, это понятно. Еще только проще будет убить. Только все не так просто, как хотелось бы. Ну вот, например, у Нави сейчас нет детекшена, да? У них есть детекшен. У них нет детекшена. Если бы как-то вот сейчас товарищ СФ оказался бы вот здесь, например, да? Вот тут вот, на Рошане, то я думаю, что Нави пожалели бы о том, что они сюда зашли. Ну вот, предположим, заходишь, даешь в модельку Джиггернаута ульту, и потом добиваешь Баунти Хантера. Там тычку-тычку койл. Ну, там, правда, будет такой момент, Рошан клэпнет. Вот, и то есть Нави как бы должны сообразить, что СФ рядом, или кто-то в инвизе, по крайней мере, должны сообразить. И тогда уже начнут разбегаться, тогда, может, ничего не получится. Там, если Джиггернаут моментально Блейд Фури прожмет, то он урона не получит от Реквиема Соулс. Ну и что, у нас пауза небольшая. Нави попросили передышку. Что-то там опять, видимо, у Artstyle или у команды в целом. По графикам, ну нет, нечего тут смотреть по графикам. Понятное дело, что Нави сделали много таких фрагов, ну, совершенно безответных со стороны НИП. Они сдачи вообще никак не могли там дать. И поэтому там в золоте там просто гора золота у Нави. 7500. Вот, ну и XP, конечно, у них там тоже какое-то количество имеется, порядка 3. А вот по артефактам интересно, что же у нас предпочтет хвост в этой ситуации. Если он не... Ну, он решил, кстати, Silver Edge покупать. А, вот абсолютно правильный выбор Silver Edge, потому что играет против Bristleback. Это нужный артефакт. И вот как раз-таки тоже Сларк вот здесь бы хорошо зашел, потому что Silver Edge против Bristleback, когда ты играешь на Сларке, это просто сладость. Ты... даешь тычку, напрыгиваешь паунса и там, ну, в смысле, дэмэдж паунса, дарк пак, ну, весь проходит, ну, как целиком, а Бристлбеку это не шибко как бы нравится, поэтому даже можно такого жирного героя попытаться забрать Бристлбеком, ну, соло, если у тебя там на 2-3 тысячи больше на Творса. Забрали Рошана Нави, а Игис достался Шторм Спириту. Ну, там вышку на топе Нипы подрезали, насколько я знаю. Эра решил Блэкинг Бар делать первым артефактом. Что ж, флаг ему в руки. Да, ну сейчас Кризивар, у Нипов смотри. Ситуация крайне печальная, потому что вот этот Блэкинг Бар на СФе быстрый мало чем поможет. Против Шторма, который прыгает, против Джиггернаута, который тоже на него с ульты может запрыгнуть. Ну, опять же, замес у Нипов хороший. Особенно если Шейкер где-то себе накалидует Даггер, то можно очень-очень жестко подраться. Поэтому здесь ребятам из Нави надо быть крайне осторожными. Ну, против Шейкера хайграунд заходить сложно, Рубик тоже со своими фейтболтами. Нужно целиком и полностью держать контроль на карте, для того, чтобы потом на ХГ заходить было не проблематично. Как и видим, попытка от Глеба выйти на Queen of Pain. 800 хп, очень тощая, трек висит, тэп-аут, но и не достаешь шурикенчик. Ну, можно в крипа было дать, сколько он там взлетает раньше. Трек баунс раньше, 1200, дал бы ТОС. Кстати, да, тут об этом вот, об этом Глеб не подумал. Мы вчера выяснили то, что ТОС сбивает, ну, микростан от ТОСа проходит по всем, да. А не только в первую цель. Оп, ах. Лол, почему он отменил-то? Боже мой! Да, походу, наши дотеры патч читали примерно так же, как люди из 2К плюс ПТБ. Потому что, ну, типа, ТП не сбивается, братюня. Не сбивается ТП. А уже то, как что... месяц? Или сколько там, когда вышел уже... патч? Да, ну, то есть, как бы, сейчас пришел такой, блин, точно, ТП же не сбивается, хитрит. Что ж я наделал? Ну, это очень непрофессионально было, конечно.
Вот нервишки, нервишки пошалили, когда, знаешь, тебя набрасывается Джиггернаут, калашматит тебя, потом не слэшем, можно, да, можно и... Может рука дрогнуть. С этой стороны, то есть, с одной стороны, хвост ошибся, да? То есть он потратил вот этот омнислэш, потому что если бы Бристл Бэк не отменил телепорт, он, может быть, его бы не убил. Хвост не ошибся, хвост просто рискнул, потому что он же не знал, убьет, сколько да? времени... Там... Не-не-не, тут дело не в критулях, дело в том, сколько... Там просто уже телепорт практически докастовался, а хвост-то об этом не знал, он же не видел. Он юзанул ульту, думая, что а вдруг он только-только же начал кастовать, тогда бы он успел. Так, мы Дендимона разорвали на части, но у него-то есть Аегис, у зомбарей уже очень много наспаунилось. Дисрапшн сбили телепорт, Рубик уже приплыл, а дальше преследовать уже не вариант. Далековато все. Или все же Глеб думает по-другому, вешается трек, Джиггернаут... Без слэша и догонять не будут. Так, ну и пошел прессинг. У Шейкера есть эхо-слэм, но для того, чтобы кастовать, надо еще каким-то образом дойти до своего оппонента. Здесь мобильность у Нави настолько жесткая, что вот... Как сказать мобильность? Дэнди просто сверху покидался в него. И все. И убил. Партийцы Бристл Бэк, возможно, сейчас попытаются навязать драку, вешает трек Глеб и... Нави потихонечку расходятся. Ну, спешить, наверное, некуда. У них хороший лейт персонаж. Ты можешь Томбу спирит. Просто подождать? Мне кажется, Нави ждут Томбу. Ну, как вариант, да, тоже. Там бы же нет у нее. Вот у Аварца уже есть Томба, посмотри-ка. Да, но она только золота. Откатила его там. 3 секунды, 4 секунды было, когда... Интересно, что они так решили отойти? Ну, ладно, будут ловить, наверное, на каких-то деле, других на ошибках. На самом деле, правильно. Мне кажется, что когда ты вот так вот идешь драться лоб в лоб, может произойти вообще все, что угодно. Когда у тебя нету такой супер крутой инициации, там, типа Тавра, да, или все что угодно Тантра. Может произойти, когда ты даешь противнику действовать, как вот сейчас, например. А то, что они вместе были, да, там ничего не могло произойти, потому что у них все были ресурсы, они видели, кто где находится, и что-то такого страшного произойти, там ничего не может такого произойти. А тут оп-оп, чуть Штормлен не отъехал, Рубик умер, ну, типа... Баунти Хантер. Ну да, Баунти Хантера поймали. Он, кстати, Владмир себе купил, да, смотри. Да, Баунти Хантер умер, конечно. Наверное, смотрел вчерашнюю трансляцию, видел, как слышал, как у тебя бомбило от соло, который не покупал Владмир на Баунти Хантере. Ну, здесь в действительности тут... он нужен, конечно. Ну, там немножко другая была ситуация, на самом деле. Там мы он более, мне кажется, нужен был. Да, ну он в любом случае нужен, Владмир, на команду в любом случае нужен, неважно, каким ты пиком играешь. Так, ну что, у нас продолжается доминация от Нави, очень жесткая, Йонас Фэн один, тиммейты, ну вот Шейкер подошел, тут еще Рубик вроде поблизости, ну и как-то попытка забайтить на Бристл Бэка, посмотрим, чем закончится Бристл Бэк, даже под Сулкетчером живет довольно-таки долго, если раскастовывает свой ультимейт, барит, догрызут ли... Не должны, тут сейчас он развернется, еще сам этих зомбарей быстренько раскидает. И в итоге убить удается еще и Артстайла в ответ. Зомбарей, опять же, наспаунилось очень много. Курьер, what the fuck? Курьер что тут делал? Джиггернаут подошел, добрил курьера, сейчас входит Дэнди, продолжает точнее входить. Эра здесь. Шурикенчик, ой-ой-ой-ой-ой, просто как же хорошо. Попрыгал Шурикенчик. Не успел. Так, что с ним делать? Джиггернаут пока на связи оттуда. Но на Шурикен рейнджи просто не хватает. Рейнджи не хватает кинуть тос. Опа, блинкаут, все. Ушел. Да. Отлично, конечно, хвост там раскастовался. Он за замес получил практически 1500 золота. У него уже есть денежки на Санж, и ему нужны еще денежки на Реджа. Бристлбэк опять поймали. Бристлбэк. Бристлбэк с байбека. Вот куда он пошел с байбека? Он один был. То есть это очень глупое решение. Поплыли уже все, я так чувствую, прям буквально еще пара вот таких моментов, уже пишут ГГ НИПы. У них и вчера каточка не шла. Мне кажется, у них вообще какие-то внутрикомандные проблемы. Что-то прям совсем плывут они жестко. Virtus.pro, конечно, хороши, Na'Vi тоже хороши, но проигрывать вот в такую салопендру с такой постоянностью, с такой стабильностью, это. О чем-то говорит. 12 тысяч золота, 7,5 тысяч XP. Все просто замечательно у Na'Vi. Рецепт Бладстоун уже у Шторм Спирита просматривается. А, погоди, курьер же умер у Na'Vi. Я-то думал, там это хвост зашел и рейдинговского курьера тогда подрезал. Да, я удивился, то, что какого хрена там делал курьер. Просто кто-то, видать, его
не чуть-чуть не доконтролил, да, он там, видимо, то ли за хвостом. А может быть, у него в этом курьере как раз и был, там же было 2650 золота, насколько я знаю. Это же там сильверэш курьерен. Ты можешь чекнуть? У меня просто нет бинда, я не перебинжуюсь. Тоже нет. Ну вот мы сейчас узнаем через минуту, там был сильверэш, моя ставка, там сильверэш. Кстати говоря, онлайн будет делать глиммер кейп, очень хороший выбор против шэдоу финда, против шейка. Полезный будет артефакт. Нами, кстати говоря, вообще не скупятся на инвиз. У них Баунти Хантер с инвизом, теперь еще хвост с инвизом и Глиммер Кейп у Undying'а будет. Ну, Глиммер Кейп, он не сколько ради инвиза берется, сколько ради вот этого халявного макрезиста, да, который ты получаешь, находясь в поддействии Глиммер Кейпа. Но, тем не менее, какой-никакой инвиз. Очень неприятно, да, Глиммер Кейп можно очень долго говорить, насколько это жесткий айтем, это прям это невероятно жесткий шмот, потому что во всех играх есть очень много нюков магических, от которых этим Глиммер Кейпом можно сейвить, и реально сам факт того, что ты можешь на своего тиммейта вешать, вот если бы, например, пайпу можно было бы вот так вот, ты собрал пайпу, это опа, на тиммейта повесил, у тебя, грубо говоря, магический резист пропадает, а у тиммейта там на 4 секунды появляется, был бы тоже топовый айтем пайпа. Ну, много всего, а Глиммер Кейп, помимо резиста магического, еще и инвиз дает, это вообще просто забей. Еще и собирается, как бы... Да, дешево достаточно. Как детский какой-то конструктор для трехлетних детей. Пошли треки, хвост не сможет войти. Тут слишком, ну, так плотно стоят соперники. Войти туда не плотно. Так, о, видишь, просто сильвер. Там еще, кстати, и башер. О, и башер. Ну, он только что его купил, как раз, пока курьер там отдыхал. Он нафармил себе башню. Ну, 9-0, Джиггернаут просто в шоколаде. Вначале Редстайл ему дал хороший буст, после чего хвост уже просто реализует на все 100. Так, прыгает, и баш срабатывает на Queen of Pain, она успевает себя залить, и отвлекуется ли? Да, успевает отвлековаться, проблема с Силкида, Силкида разнесло, SF-чик там здесь раскастовал свой ультимейт, но драться аится, пытается взять Crystal Back'а, зажая его, здесь зомбарь, ну бей же зомбарей, ты ничего не пьешь, тут SF-чик пытается выводить бедного Crystal Back'а. Шейкер пошел все-таки, дал свой полный прокат, неплохо продамажил шадоурейзы от SF, которого вообще все категорически игнорируют, на него напал и объяснил ему, что не надо брать у него тут свои шадоурейзы кастовать, и единственный живой Бристлбэк вообще получается сделали минус 5, учитывая байбэк Шейкера, да? Да, Шейкер еще и байбэкнулся и опять его отправили в таверну. Ну и потеряли всего-навсего одного Undying'а, что как бы не страшно, саппорт Undying'а. Конечно, плюс еще драка была продолжительная, Глеб успел там всем треки повесить, и, в общем-то, все очень грустно у команды NiP сейчас. Бристлбэк вот тут ходит с лангуаром, у него совершенно ничего нету. Уже у Шэдоу Демона какие-то артефакты даже проглядываются. А у Шейкера, кстати, что там, он тут пешочком, да, так влияжно зашел в драку? Да, он байбэкнулся, после байбэка там уже особо дизейблов не было, пытались как-то с другими персонажами воевать. Он так втихую забежал и дал прокаст, но, как мы видим, пользы от этого прокаста было ноль. Да, действительно, пользы было немного. Если бы была бы мека, возможно бы и Undying бы остался цел сейчас. Очень многие Undying любят покупать меку, учитывая то, что у Artstyle денежек-то навалом, он мог бы купить меку и потом апнуть, например, себе вот тот супер апок. Хотя да, тут супер апок, он так все идеально. Нужен. По-моему, тут что-то говорить о том, что делает Artstyle, вообще бессмысленно, потому что он реально, ну, невозможно играть в доту и вообще без разменов воевать. Ну, по-любому кто-то думает. И тут как бы никаких претензий. Если команда будет размениваться 5 в 1, то грех жаловаться на это. Его стерли просто моментально. Это, конечно, довольно странно. Зомби все-таки довольно плотный персонаж, но здесь теперь могут встрять ребята из них, потому что, ну, они проигрывают очень сильно по экономике и вылазят прям лоб в лоб на Нави. Подстрял Queen of Pain, отблинковывается. У SF БКБ закончилось. Пистолбэк скушали, SF скушали. Ну, в общем, так и есть. Опять же, убили суппортов и все умирали. Ни одного кор-персонажа забрать так и не удается. Плохо. Ну и Ханскин пишет ГГВП. Если бы нипы не нафидели бы так сильно вот до момента второго Рошана, то убив Undying, у них были бы очень хорошие шансы при более-менее равных форсах повоевать там, да? То есть в меньшинстве, когда нет Undying, нет этой противной томбы. Но дело в том, что настолько уже много золота у Навей и опыта, что они просто не ощутили потерю Undying и раскатали в четвером. Ну, у них Аегис, конечно, еще был, да? То есть их теоретически было 5, вот, но
Undying очень сильный герой для тимфайта, и терять его в начале этого тимфайта весьма не рекомендуют.